Причину смерти школьницы в заброшенном здании Астаны назвали в полиции. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя Аурелия отравилась газом. Правда, каким и где, остается загадкой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления газовой смесью. Иные данные досудебного расследования, согласно со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежат разглашению. Напомним, тело девочки-подростка нашли в столице в заброшенном здании почти месяц назад. Тогда предварительной версией гибели оперативники называли остановку сердца и отрицали наличие следов насильственной смерти. Жуткое ЧП вызвало широкий общественный резонанс. Живущие по соседству астанчане после этого даже боялись отправлять своих детей в школу.